Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостевом аккаунте, и я тут уже сижу минутку-другую, думаю, что нам с этим делать. Крутозавр, это наш первый бой, ребята. Крутозавр, 19 тысяч жизни и 7 тысяч силы удара. Вот мне интересно, под кого это все подгоняется? Казалось бы, под твоего самого сильного, но как бы нет, здесь и не пахнет. Мой самый сильный, который имеет 18 тысяч жизней, что на 700 меньше, чем у Крутозавра, так у него ж удар в 3 раза слабее, больше, чем в 3 раза. То есть это какой-то нонсенс, ребята, вот не знаю, что-то такое. Он убивает практически кого угодно с одного удара. Я хотел взять Апатозавра, но у Апатозавра 7180 жизней, представляете себе? Нету амфибий практически у кого 7000, только Горгазух 40-й. Ну, я вот так вот подумал и решил взять Пахигалозавра. Его принесем в жертву, Метриофодон завалит Крутозавра, там будет Супранотитан, и как-то будем разруливаться. Он подменится, скорее всего, на Стегозавра, но просто жесть. То есть, здесь никакой, в общем-то, ничто вас не спасет, противник у вас всегда сильнее. Кроме мозгов и какой-то доли везения. Так, делаем вот так. Ну и открываемся на этот раз. Ну вот то, чего я хотел только. Поможет ли это нам победить? Вот в чем вопрос. Я его даже за два удара, не, за два пробиваю. С большим-большим трудом, ребята, я его пробиваю за два. Я же, наверное, и один не выдержу. Вот мне что-то мне вот так кажется, ребята, что Супранотитан меня, наверное, тоже за один удар сожрет. Ну, я просто не помню его силу удара. 5000. Нет, черт, надо было 3 в защиту поставить. Ну вот он, смотрите, на все 4 проатаковал. То есть я проатакую его сейчас на 3, но это сложилось идеально для меня. Здесь мы победили, но просто... Смотришь на эту картину и хочется рыдать, рыдать от безысходства. На трешечку. Конечно. Один балл у него остался. Но дело в том, что у нас победа еще далеко не в кармане. У него сила удара практически как у меня. Ну, 3-то я выдержу. Ну, давай. Проатаковал всего лишь на 2. Ну, нам хватит. 5 ударов более чем. Ну, вот реально, впритык побеждаем самыми сильными. Притык, при том, что еще было 2 пахигалозавра 40-х. Игра, что ты делаешь со мной? Остановись. Это жесть. Это всего лишь, чтобы открыть какого-то ксифактинчика. Так. Бой номер 2, и можно идти пить валерьянку. 23 тысячи на 6. 23 тысячи сила удара, Карл. Он подменится на Пирораптора. Пирораптора будет встречать Горгазух и Юдон. Ну, здесь выбор был простой. Все просто и логично. Не будем защищаться. Он подменится. Даже проатакует, скорее всего, этот полусонный пирораптор. Нет, не проатаковал. Сделаем вот так. Сделаем вот так. На 2 у нас как раз пробивает. У него 6000 сила удара. Он атакует на 1, и он плохой мальчик. Блин, подождите, насколько он нас только что проатаковал? На 1, да? Пробиваем его.
Так, ну а Гаргазух должен пожить. Два удара, три, четыре удара он должен ударить. Четыре. А у него пять. Я мог бы, конечно, и пролететь. Но ничего страшного, у нас вообще все в шоколаде. Два травоядных, у меня два хищника с большим количеством баллов. Так, я вообще тут хоть пробиваю его. Блин, что-то я лишний удар сделал. Разошелся, так знаете, на эмоциях наклацал. Вот у него этот бал. Атакует на 3. А у него еще 2 балла осталось-то. То есть я его не могу пробить. У него может быть 6. Да я даже 4 ж не выдержу. Вот это печалька. Вот то, что он и сделал, смотрите. Я хоть 3 выдержу. На пределе. Фух, чуть не посидел. Блин, не знаю, чтобы у меня было... Ребята, может, знаете, какая у меня идея есть? Можно вот как делали бой вот там, где был, кто у нас, Юдон 999 уровня, вот сделать вот такого уровня, вот как у противника, вот, и сделать вот такой вот один бой записать. То есть динозавров нельзя сохранить уровнем выше 40, то есть это, то есть ты сделал там один бой, все, вышел с игры, все, то есть там все обнуляется. Это чисто по фану. Никаких это преимуществ не дает, потому что, как видите, я тут сражаюсь абсолютно обычными динозаврами, и победа достигается и так. Но чисто вот ради интереса взять и унизить этого гаденыша. Я тоже хочу себе Ютирануса с 16 тысячами жизнями, а еще лучше Анкилозавра с 23 тысячами, а еще лучше, кто у нас там был, с 7 тысячами удара. Вот сделать вот такого же уровня. Так это же реально 99 уровня, подождите, 999 уровня. Пахигалозавр, у него же было всего лишь 20 тысяч жизней. У анкилозавра было и то больше. Ну, тогда. Представляете себе? То есть, ну вот, взять вот таких вот каких-то динозавров, вот трицератопса тысячного уровня, например. Ну вот, по приколу. Думаю, как-нибудь сделаю серийку. Итак. Гаргазух. Он однозначно подменится. Потом пойдет вот так вот. И вот так вот. Ну, не знаю, ребята. Блин, так, надо было запомнить ихнюю силу удара. Он сейчас подменится на Дарвиноптера, конечно же. Но его я за 2 удара пробиваю, то есть он меня не печалит. То есть у него по нулям. Жаль, что Гаргазух практически дохлый будет, и вот когда он проатакует. Ну, а теперь бы я сказал, что он вообще будет дохлым. Так, что делать? Сливать Гаргазуха или не сливать? Или слить другого парнишку? Так, у него будет сейчас 3 удара, да? Блин, не знаю, никогда так не делал. Сейчас вот из-за этого, наверное, у него 5 ударов. Блин, сейчас мы пролетели. Мне нужно бить на 3. И печаль в том... Не, вот это так нельзя делать, ребята. Потому что я не могу сохранить Сигназуха. То есть я его однозначно потеряю. Сейчас лабиринтозавра он убьет. Там у меня идет Гаргазух вместо хищника. В общем-то, я сбил всю себе... всю канитель. Вот он атакует на 2. Потому что он за один удар убивает Сигназуха. Не-не-не-не. Нельзя было так делать. Сейчас придется нам, ребята, это все дело переигрывать. Я же этого даже не пробью. Ну ладно, пробил. Ух ты, они прям так впритык лицом стояли, видели? Поцеловались. Но шансов нет. Он атакует на 2.
А у него 6 баллов. Надо сейчас... Ну, попробую переиграть той же самой комбинации. Давайте переиграем. Тут была моя стратегическая ошибка. Не стоит, как говорится, нарушать план, которого ты придерживался. Сейчас попробуем. Ну, получится ли у нас это сделать. Так. Гаргазух. Потом у меня шел Сегназух. И потом шел вот так вот. Попробуем сделать все по феншую. Давайте перенесем на этот разбал. Может, мы и пропустим удар. Да, вот этот удар. Теперь делаем 2-1. Он подлец, однако. Так, ну вот сейчас, наверное, тоже сейчас, да, на один проатакует. Смотрите, сволочь. А ну давай. 4 на 3. Ну, один приберег. Сволочь мелкая. Он труп. Но у него может быть 4 балла. Минимум. И вот у меня вариант, как бы, либо защищаться, либо не защищаться. Ладно, давайте не будем защищаться. Лабиринтозавроид. Он сменился, у него 3 балла осталось. И атакует на 2. У него 12 тысяч сила удара. 12 косарей, сила удара была. 8000 сила удара Ютирануса. Капец. Так, я пробил. Ну, не знаю, надеюсь, я три удара выдержу. Да, там по 2000 лабиринтозавров будут по мне бить, да, вроде бы, да? По 2. По 3. А у него 5. Мы продули, ребята. Мы продули. Решила, все, один балл решил. Да. Так, ну я еще одну комбинацию. Я точно так же сейчас сделаю. Ну, можно было взять пахигалозавра, да, и мы бы в этой ситуации выжили. Но здесь дело спортивный интерес. Сказано, сделано. Так, делаем еще то же самое. Гангазавр, Сегназух и Царазинозавр. Дубль 3. Да. Как гладко прошли первых два наших боя, и как не гладко идет третий. Ну ладно. Как говорится, успеха добивается не тот, кто, кому все с первого раза получается, а тот, кто падает, снова поднимается, идет и всего добивается. Вот такая даже рифма получилась. Нужно баллы набирать, нужно набирать баллы. Вот это он подлец. Ну вот если бы он тогда нас проатаковал, допустим, на 4, не на 3. Вот, а сейчас на сколько? На 3 из 5? Ну, сейчас на все 5. Вот сейчас у нас уже будет легче. У нас целых 2 балла лишних получается. Вот. Мы бы уже победили, если бы такой расклад у нас получился. На, у него удар там дичайший. Он за один удар он все равно пробьет. Короче, не буду защищать. 7000 у Сегназуха с бонусом, а у этого 6 без. То есть один удар и хана. Сменился у него 3. 12 тысяч. Уже привычная цифра. И проатаковал на 2. Лашпед. У него один балл остался, но сейчас это вообще, это просто будет изи катка. Вот этот бой сложился идеально. У него один балл, я все помню. Он перенес балл. Перенес.
У него сейчас будет 5. И он, ну, он должен все 5 и потратить. Ну вот и все. Сейчас будет нашинковочка. Давай, косарь. Сегна, это же у нас коса, да? Сегназух, косарь. На фарш. Давай, хоть и не терезинозавр, когти поменьше, но тем не менее. Вот, ребята, о чем я говорил. Старание и труд, все перетрут. С такими противниками здесь решают все, как говорится, в шахматах. Один неправильный ход, и все, и хана. И хана вам. И вот плохо нарисованный ксифактин. Нечеткая картинка. Вот такие вот дела, ребята. Так, у нас тут арапторы бегают, мечатся. Давайте восстановим золотишко. Так, еду я собрал. Давайте соберем еще призы. Что нам тут насыпали? Ой, я нажал смотреть рекламу. Да. 19, 18, ну, уж извините, ребята, смотрите, какие няшные собачки и котики, и летающие лайкосики. Так что тоже можете поставить лайк, он, смотрите, как песик просит вас, и котик тоже просит вас. Так что ставим дружно лайки. Так, и вот закончилась наша реклама, и что? И вот крестик. Я вообще-то нажимал забрать, а не смотреть рекламу. Там же было «Заберите приз» написано. А, вот эти призы. Не туда тыкнул, ничего себе. Еды нам поднасыпали. И зал Моксиса выиграли. А, зачетно. Так. Жратва, жратва, жратва. Чё-то как-то не впечатлило. И спинозаврика за это нам дали. Ну, Залмоксис, это было весело. Это было хорошо, ребятки. На этом все. Всем пока.